Ну, а я пока посплю. Благо, помощники помогут. Она реально сама едет. Слушай, она, а можно вот даже не смотреть на дорогу? Там отбойник, Игорь. Пошел нахуй, ублюдок! Самый скучный автомобиль. Я не видел ни одного мужика за рулем аксессуаров. Кроме как сейчас. Да, это Volvo, это самый безопасный автомобиль. Вот так вот сработала система Drive Alert. Зачем, все, да, эти помощники? Вот зачем. И потолок, который обшит плотяным мешком из-под картошки, уже не так напрягает. Может быть, просто потому, что он черный? Он... При этом, ну зачем вот так вот провода оставлять незакрытые? Я думаю, что их нужно либо убрать в гофру, либо сделать какую-то панель и закрыть. Немножко не хватает. Вот еще бы сантиметров 5 вперед, было бы вообще топ. Приходится расставлять ноги. Расстояние над головой, ну, мне хватает. Но мой товарищ 190 сантиметров, 195, если быть точным, он ударился головой о потолок. Были вопросы с тем, что моторы не выхаживают больше 150 тысяч. И были случаи капитального перебора. Здесь тише, здесь не тако, нету такого шума от колес, как, например, в 90-ке, прям явного. Боринг. Volvo, давайте, дорабатывайте. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь Ланской, вы на канале Volvo Star. И сегодня мы находимся в Краснознаменске не случайно. Перед нами весь модельный ряд автомобилей Volvo новой платформе. И как вы можете заметить, они все одинаковые стали. Больше, меньше, шире, уже, но все они одинаковые налицо. Унификации подвергается не только внешний вид автомобилей, но и моторы. На все линейки Volvo сейчас стоит 4 цилиндра и 2 литра. Они только отличаются дизель или бензин и степенью форсировки. На этом XC40 стоит всем известный 2-литровый 190 лошадей бензиновый агрегат. Эти моторы мы знаем по предыдущим моделям. На XC90 точно такой же мотор, точно так же выглядит, на XC60, на V90, в общем, на всей линейке они выглядят одинаково. Только топливо они потребляют, одни бензин, а другие дизель. Этого мотора для этого кузова, а XC40, для вам для понимания, весит тонну 630 килограмм, хватает более чем 2 литра 190 лошадиных сил на бензине. При этом на XC90, конечно же, при его массе этого мотора не будет хватать, поэтому эти же моторы стоят с большей степенью форсировки. Там стоит дизель 235 лошадиных сил и бензиновый мотор 249. И в первых генерациях машины 15 и 16 года были вопросы с тем, что моторы не выхаживают больше 150 тысяч. И были случаи капитального перебора. Но... Время не стоит на месте, конечно же, шведы дорабатывают свои установки, и на новых автомобилях, говорят, таких проблем нет. Время покажет, посмотрим. Делай проще, делай проще. XC40 это самый младший кроссовер в линейке Volvo. При этом здесь есть все для удобства. Сиденья, например, очень комфортные, я здесь сижу, очень удобно. При этом мой товарищ ростом 195 сантиметров сел здесь тоже очень удобно и не задевал головой крышу. Пространства здесь хватает более чем. Переднее сиденье довольно удобное, но здесь нету функции перфорации, к сожалению. Кожа на ощупь очень приятная, и также, например, для переднего пассажира есть такая функция для поддержки колен. Хотя сиденья не маленькие, здесь можно с удобством разместиться, но вот такая мулечка здесь есть. И, кстати, в других моделях Volvo эта поддержка идет электрическая, а здесь она ручная, все-таки XC40. Хотя сами сиденья полностью электрические, и это очень удобно. Из удобств. В XC40, как и во всех Volvo, конечно же, это кожаный руль электрический с обогревом. Обогрев у нас включается вот здесь. Это также обогрев сидений. Регулировка колонки рулевой как по выносу, так и вверх-вниз. Но вот сейчас, если вы рулевую колонку вынести максимально вперед, иногда сажусь не так, как все, и сажусь так, как мне удобно. Я сижу на вытянутых ногах и на вытянутых руках. И лично для меня регулировки рулевой колонки немножко не хватает. Вот еще бы сантиметров 5 вперед, было бы вообще топ. А так вот, лично, на мой взгляд, немножко не дотянули. А мультимедиа в салоне, как и во всех Volvo, всем известный
тачпад, на который вынесены все функции. Управляются очень легко, хорошо. Отклик на палец довольно быстрый. Также всем известные 7 кнопок. Вот это 8-я выхода из всех функций. И здесь есть очень удобная ниша, в котором расположены 2 USB-порта, также прикуриватель. И в XC40 здесь сделана беспроводная зарядка для телефона, который можно так положить, и он будет заряжаться. Маленьких ниш в XC40 более чем достаточно. Здесь и ниша для телефона с беспроводной зарядкой, по бокам еще здесь много места. Можно много всего положить. Здесь также 2 больших подстаканника. Здесь очень большой подлокотник. И вот эта вот непонятная ниша, если туда положить что-то мелкое, оттуда будет сложно достать. И рукой там это выковыривать очень неудобно. Но он есть. Дверные карты в XC40 сделаны тоже очень удобно. Здесь большой ящик. Сюда можно поставить, мне кажется, бутылку с литровой водой. Здесь не сквозная ручка. Сюда тоже можно положить телефон. В общем, вот таких маленьких ящичков в XC40 очень много. И можно много разной мелочевки положить, и вы ее просто не найдете. Итак, задний ряд в XC40. Сам за собой сижу, упираюсь коленками во впереди стоящее сиденье. Не очень удобно. Спинка заднего ряда расположена довольно, практически вертикально, поэтому вы сидите довольно аскетично. На дальние расстояния, скорее всего, долго здесь не выдержать. Поэтому можно сесть как-то боком или по-другому. Есть, конечно же, у нас подлокотничек. Расстояние над головой мне хватает, но моему товарищу 195 сантиметров нет. При этом на заднем ряду сидений, конечно же, можно наслаждаться всеми видами через панорамную крышу и как-то скрасить свое пребывание на заднем ряду для 2-метровых парней. Мне нравится, что задний диван здесь сделан формованный, то есть для 2 пассажиров. Посередине, конечно же, есть здесь место, но третьему здесь будет довольно неудобно. И что мне очень нравится в наших условиях, это подогрев для задних пассажиров. И опять же, видите, здесь сделан подогрев только для заднего левого и для заднего правого человека. На среднего как-то всем всегда начхать. И, кстати, даже задних пассажиров не обделили местом для всякой мелочевки. Дверные карты здесь также с глубокими вырезами. И есть еще дополнительно кармашки рядом с сиденьем. Багажник у XC40, как я уже сказал раньше, всего лишь на 50 литров меньше, чем у XC60. При этом 4 колеса в сборе от этой же XC40 сюда вряд ли поместятся. При этом по поводу полезного места. Мало того, что у нас здесь есть пол под полом, также есть еще большое пространство для всякой мелочевки. А под этим полом, конечно же, лежит докатка с инструментом. Неполноценное колесо, но если вы на трассе пробили, то докатки вам вполне себе хватит, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа. Слушайте, Volvo, вы, конечно же, делаете хорошие автомобили, но XC40 это младший из всех Volvo. При этом, зачем вот так вот провода оставлять незакрытые? Я думаю, что их нужно либо убрать в гофру, либо сделать какую-то панель и закрыть их, чтобы не было впоследствии их перетирания, замыкания, и машина не выдавала какие-то фертиля. Volvo, давайте, дорабатывайте. А то по мелочам вылезает то там, то сям, а в целом нормальный автомобиль. Боже, это у нас вообще чемодан во все багажники влазит, да? Ну и, конечно же, забыл сказать, да, это XC40, да, это младший собрат из всех кроссоверов Volvo, при этом фишка открывания багажника с помощью ноги и здесь есть. Итак, мы все вокруг да около, вот мы за рулем, давайте уже прокатимся на этом XC40. И, конечно же, не забываем пристегиваться, потому что это Volvo, это самый безопасный автомобиль. Вот так вот сработала система Drive Alert. Простите, я реально не видел. Зачем все, да, эти помощники? Вот зачем. Сейчас бы могла произойти очень нехорошая ситуация. Благо автомобиль застрахован, но все-таки. Итак, заявлено, что 2 литра 190 лошадей, бензиновый, в этот XC40 разгоняется до 100 км в час, 8,5 секунд. Давайте проверим. Раз, два, поехали. Сто.
Ну что, в итоге у нас вышло в районе 9,5 секунд. Это на секунду больше, чем заявлено заводом-изготовителем. Но оно не удивительно. Автомобиль на 19 колесах. Мы на зимней резине. Зацепа немного. И нас обогнал Dodge Challenger. Как стоячих. Впрочем, мы же на Volvo, мы никуда не торопимся. Из помощников для водителя здесь, так же как и на старших собратьях, есть и активный круиз-контроль, и слежение за полосой, и функция пилот-ассист, машина сама рулит. А давай проверим, да? Вот мы держим руль, да? Отпускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, примерно 10-11 секунд. И тогда только она просит, подержитесь за руль. А так 10 секунд она может сама рулить. В целом, что могу сказать про XC40? Сделано очень хорошо, очень добротно. Нету, конечно, вот этого ощущения дорого-богато, например, как на XC60, как на XC90. Да, мы едем на автомобиле, конечно же, в самой топовой комплектации, потому что он с тест-драйва. Здесь у нас и панорамная крыша, здесь у нас максимальная музыка, но максимальная музыка здесь у нас Harman Kardon, а не Bowers & Wilkins. Здесь нету возможности, чтобы торпеда была обшита кожей. Ну, оно надо или нет вообще? Тут вот на самом деле довольно мягкий пластик и на ощупь очень даже приятный. Руль классный, сидит удобно. Удобно здесь расположить можно левый локоток, а правый здесь располагается немного ниже. Надо признать, что вот эта центральная часть здесь по сравнению с этим же XC60 и XC90 расположена ниже. Поэтому пространство здесь кажется, что больше между водителем и пассажиром. Здесь также есть навигация встроенная, которая у нас идет сейчас на приборной панели. Она показывает, что мы едем по трассе М1. Кстати, по поводу дорого-богато. Здесь панель отделана пластиком под лаком, а кнопочки, даже мы сейчас находимся в автомобиле в максимальной комплектации, кнопочки просто обычные пластиковые, обычный черный пластик. И также обычный черный пластик здесь у нас, кнопочки открывания-закрывания боковых стекол. Сижу высоко, хорошо, остекление большое, видимость очень большая, в зеркала... Зеркала здесь, ну я бы сказал, прям они как лопухи, в них видно все. Очень большая информативность за рулем. Автомобиль, я бы сказал, сделан таким более квадратным, поэтому ощущение габаритов здесь прям вот на все 100%, вот на ура. Прям чувствуется, где морда кончается, в заднее зеркало смотришь, понятно, где кончается багажник. Ощущаешь автомобиль, его габариты на все 100. Volvo Stargard, добрый день. Задний редуктор 35 тысяч, ремонтный. Плюс снять, поставить 15. С гарантией год. По поводу управляемости. Несмотря на то, что это младший собрат всех Volvo, она управляется очень хорошо и перестраивается из ряда в ряд также хорошо, потому что подвеска здесь спереди и сзади также многорычажная, как и на всех остальных Volvo. И единственное но, на XC40 нельзя заказать пневмоподвеску. Здесь будут только амортизатор и пружины. Плюс это или минус для кого-то, ну, лично для меня, мое мнение, это плюс. Потому что, как мы знаем, на Volvo пневмоподвеска не дает ничего, кроме как изменения клиренса, какой-то мягкости больше она не придает. А из-за того, чтобы просто клиренс был выше-ниже, ну, наверное, придется взять другой, например, XC60 или XC90, если вы хотите, конечно, кроссовер. Для города 211 миллиметров дорожного просвета на XC40, я думаю, вот так вот с головой. Можете и на бордюр заскочить, и переехать какой-то большой лежачий полицейский, и плохая дорога вам тоже будет нипочем. Слушай, правда классно. Первое ощущение, когда я увидел XC40, конечно же, в глаза бросилась отделка вот этих боковых стоек и потолка. Я думаю, многие замечали. Я это сравниваю с мешком из-под картошки плотяным. И просто его вытряхнули картошку и сделали потолок и боковые стойки. Ну, так себе ощущение. И также дверные карты внутри отделаны войлоком, который у вас постелен под ноги. Мое мнение, вот эти вот материалы, именно отделка дверных карт, отделка боковых стоек и крыши, нужно сделать немножко другое, чтобы по-другому, чтобы машина все-таки выглядела на свои 2,5 миллиона. А ведь 2,5 миллиона — это не такие маленькие деньги. По поводу шумки, замечаешь, здесь тише,
Здесь не такой, нету такого шума от колес, как, например, в 90-ке, прям явного. Ну, конечно же, наверное, на это играет зимняя резина, липучка, которая, ну, например, она мягче, чем лето. Это факт. Но здесь не так шумно, как в XC90. В XC90 прям явно. Мы 60 разогнались, и слышно шум из-под колес. В XC40 такого нет. Как и в S90. Ну, конечно, красная отделка салона, как в Porsche Panamera, который мы снимали GTS. Кстати, по поводу комплектаций, XC40 единственный из кроссоверов Volvo, который можно заказать на дизеле и с передним приводом. XC60, XC90, они все идут с постоянным полным. XC40 можно заказать с дизелем, 2 литра, 150 лошадиных сил и передний привод. Это будет мега экономичный кроссовер с расходом по трассе, я думаю, в 5 литров. А то и меньше, если ехать на круизе километров 100. Так как у нас бензиновая версия, у нас средний расход 9,6 литра. Но надо понимать, что мы едем все-таки по трассе. А дай мы посмотрим. Это средний. Его никто не сбрасывал. Но вот с момента, как мы его забрали, было 99. Мы прокатились несколько километров. Сейчас уже 15,3. Он все падает, падает, падает. Ну, я думаю, вот сейчас мы едем в режиме где-то литров 6 расход. Лобовое стекло с обогревом. Наконец-то. Наконец-то нету этой мешающей проекции перед глазами. Да нет, конечно же, она не мешает. Она очень помогает. Но все-таки лобовое стекло с обогревом в наших условиях, я считаю, это более удобная функция, нежели проекция. И так же, как и во всех Volvo, здесь установлена система Volvo OnCall. Здесь есть две кнопочки OnCall и кнопочка SOS, с помощью которого вы можете вызвать оператора и рассказать, если у вас произошло какое-то недоразумение или какая-то авария, или, например, вы прокололи колесо, вы можете с помощью этой кнопки вызвать себе эвакуатор. Многие этот автомобиль рассматривают как автомобиль для своей жены, для жен. Прям почему-то XC40 заходит, и если вы проедетесь по городу, то владельцы XC40 в основном женщины. Не знаю почему, но как-то вот так в народе сложилось. Да, для женщины это очень удобный автомобиль. Пространство тут для нее будет более чем всех вот этих маленьких кармашечков, всяких отделений для мелочи здесь более чем напоминает женскую сумку, которую можно сложить все, а потом в ней не найти ничего. Я не видел ни одного мужика за рулем XC40, кроме как сейчас. Этот Volvo самый привлекательный Volvo по цене. Ведь он начинается всего лишь от 2,4 миллиона рублей. И вот такую топовую комплектацию можно забрать всего лишь за 3 миллиона рублей. А 3 миллиона рублей, как мы знаем, это всего лишь начало для этого же XC60. Даже больше, 3,4. А за 3 миллиона вы можете взять уже топовый XC40, в котором будет и полный привод, и панорамная крыша, и максимальная музыка Harman Kardon, и все вот эти помощники, пилот-ассист и тому подобное. Поэтому он начал хорошо продаваться. Итак, мы свернули с основной трассы на проселочную дорогу, я бы сказал, в сады. По подвеске. Подвеска в меру сбитая, жесткая. Лежаки она проходит прям на ура. Не чувствуется, что у вас тут 19-е колеса, хотя при этом на 18-х колесах, я думаю, было бы еще помягче. Так как здесь узкие улочки, XC40 чувствуется прям великолепно в сравнении с V90. Буквально на прошлой неделе мы здесь ездили на V90, и на мелких улицах V90 чувствуется не очень, габариты чувствуются не очень хорошо, потому что она прям длинная-длинная лодка, морда не чувствуется. На XC40 такого ощущения нету. Машина высокая, большой клиренс, маленькие свесы по сравнению с V90 и с этим же XC60. Можно не бояться, что на больших лежачих полицейских вы заденете передним бампером что-нибудь или сзади. Какой вывод я могу сделать? XC40 – хороший, маленький, компактный, сбитый кроссовер. Он выводит вас, как владельца, на какие-то эмоции? Скорее всего, я бы ответил, что нет.
хороший, спокойный автомобиль, который дает вам много комфорта. Вы сидите удобно, в удобных креслах. Сиденья у вас подогреваются, держат вас, руль у вас подогревается, стекло подогревается. Но если вы хотите получить от этой машины какого-то драйва, от нее вы ее не получите. Она не драйвовая, даже если вы хотите на ней позажигать, это у вас не получится, потому что моторы здесь для этого не предназначены. Но факт, XC40 есть, почему-то опять же не на российский рынок, гибридные, так же как и XC60 и XC90. И XC40 будет самым бюджетным кроссовером-гибридом по сравнению со всеми. За 3,5 миллиона вы получите гибридный автомобиль с минимальным расходом. Я ездил на всей линейке моделей Volvo. У XC90 свой шарм, при этом, если вам хочется, чтобы он поехал, он поедет. XC60 чуть поменьше, но он тоже такой драйверский. Это показывают, кстати, технические характеристики. S90. Великолепная яхта с хорошей отделкой. Внутри сидишь удобно. Сиденье с массажем, с перфорацией, совсем хороший, удобный, комфортный автомобиль. В XC40, на мой взгляд, не хватает драйва, и это однозначно. Ощущение салона, на мой субъективный взгляд, хоть в XC40, так же как и в S90, в XC90, такая же приборная панель, такой же руль, такая же мультимедиа, но все равно нету какой-то такой изюминки, которая есть в других Volvo. Как-то скучновато, обычно, обыденно. Это на мой взгляд. При этом это не отменяет того, что это хороший, мягкий, плавный, хорошо собранный автомобиль и тихий, что надо заметить. Пошел нахуй, ублюдок! Ты меня затрахал. А с вами был Игорь Ланской, канал V-Star. Мы едем возвращать автомобиль обратно в салон. Ну, а я пока посплю. Благо, помощники помогут. Он реально сама едет. Слушай, а можно вот даже не смотреть на дорогу. Там отбойник, Игорь. Все трюки выполнены на профессиональной трассе. Вокруг нету никого. Специально отцеплен участок дороги. И сделана хорошая разметка. Не повторяйте. Ой, можно панорамой понаслаждаться. Наконец-то видно за рулем панораму. Салон красный. Ты еще не посидел? Я выделяю, не смотрю дорогу. Что это значит? Сработала мина?